E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofans.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofans.ru. Проверь свою удачу. Так, ну что ж, друзья, всем доброе утро, студия StarLadder TV для вас в столь ранний, уж не знаю, или поздний час, ложились вы, не ложились, американский дивизион Star Series, Америка, у нас очередной заключительный матч из одной из групп, на этот раз группа B, CLG против Follow Esports, американцы с одной стороны, американцы с другой стороны, будут бороться за второе место в группе, собственно, и за выход во вторую стадию североамериканского дивизиона. Напомню, что из каждой из четырех групп выходит только лишь первое и второе место. Третье, четвертое остаются за бортом и в истории. В истории этого самого 14 сезона. Для микрофона у вас тема «Утром буду я», зовут меня Крошка. И давайте, пока у нас... Нет, уже начался пистолетный раунд, тогда просто озвучу вам. Пикбанкарт, происходил он долго и мучительно, но прошло... Подошло все к следующему. Dust2 — это пик команды CLG. Вторая карта будет Mirage, и ее выбрали Follow Esports. Ну, если понадобится, то третий будет Cobblestone, на котором, собственно, все и решится. Все, понеслись пистолетные раунды. CLG будут начинать за деф, Follow Esports за атаку. И посмотрим, как это будет. Естественно, по коэффициентам букмекеров и по выбору комьюнити CLG стоит здесь фаворитом. Причем явным, причем на голову выше, если вы... Ставили свои реальные деньги, ну ладно. Пока посмотрим, что будет происходить. Деф от CLG пока никого не потеряли. Сильно каленые те, кто остались живых, трое. Сейчас их останется уже двое. Ну и, в общем-то, разобрана атака на две части. А что плохо совсем, это то, что бомба на просвет упала. И теперь уже шансы на то, что ее поставят, становятся совсем призрачными. Судя по тому, что и Шарта смотрят, и Сить смотрят на... Руру одну голову-то сбривает и может потащить. 15 хп, броня на руках. Начинает убегать у нас GDM. Что-то невообразимо делать. На самом-то деле, то ли ему инфу по хп не передали. Ну, не видно, сколько сняли, но должны были понимать, что накалили. Руру просто берет бомбу в руки и несет с ножом на точку Б. А GDM в дураках абсолютно. Придумал хитрый план, бежал по лонгу, вроде бы уйдя из зигзага. Но на самом-то деле, сделал этот маневр зря. Конечно, медаль ему за то, что пробежал такой хороший кросс, но вот Main Games он проиграл. Пока что посмотрим, как будет у него дело с клатчем. Естественно, по хп ситуация хорошая, но он абсолютно не чекает зайчика, и с этого самого зайчика Руру просто неимоверно пистолетку тащит, за что ему респект и уважуха. А так повела. Повели Follow Esports. Вот. Такие вот дела. Спать не хочется, спать не хочется. Хоть и вечерний матч еще один был за мной, но бодрячком, пацанчики, бодрячком. Все нормально, Америка всегда хорошо. Такие вот дела. Ладно, смотрим мы, что будет дальше. Решили все-таки форсить у нас ControlLogic Gaming. Ну, с позиции авторитетной, в общем-то, с командой той, которая уже поездила и по Европе. А вот Follow Esports такого опыта в основе своей не имеет. В общем-то, здесь, я думаю, и в дальнейшем будут выступать. Да приплюсовывается или что ли, прибавляется к тому еще
что это пик команды CLG. Вообще, честно говоря, для меня немного удивительно, что CLG не выбрали кэш. На кэше много игр видео, игры эти были замечательные. Отличная глава со скаута, кстати, от Тарика. Человек с интересным прицелом. Ну и 2 в 3. Деф остался. В общем-то, шансы по-прежнему присутствуют. Тем более, что на руках чешка, в которой полный заряд и близкий контакт на зигзаге, как раз-таки приводит к тому, что эта чешка мгновение ока превращается у ФНСа в галильчик. 2 в 2. Ретейк смотрим. Скаут пойдет у нас... Где у нас скаут? Скаут пойдет у нас на длинную дистанцию. Это естественно и очевидно. Будет у него близкий контакт здесь. Сразу же, и этот контакт проигрывает. У нас скаут, ФНС понимает все прекрасно, горилла на руках, третий слюной будет раунд проводить его команда, и поэтому надо запасаться вкусняшками, так скажем, на будущее, наращивать жирок в виде девайсов, в виде брони. ФНС дисциплинированно своими ногами утопывает на сейф, понимая, что этот раунд ему уже не взять. Взрыв бомбы, 3500 плюс террористам, поменьше, конечно, контрам, по 1900, но... Тем не менее, деньги достаются после этого раунда и тем, и другим. Абсолютно разные. Ну и смотрим третий раунд, что будет решать вообще деф в нем. Админ SV Voice Enable 1. Ой, американцам кто-то отключил, Пандыч, наверное, отключил общение на сервере. Уже не так много я комменчу Америку, на самом-то деле даже я уже выучился. Американцы любители пообщаться в голосовой чат. Я не знаю, то ли у них там проблемы какие-то с серверами общения, типа TeamSpeak, но как не заходишь к американцам, у них постоянно... Ну, в принципе, у китайцев то же самое нарисовывается. Не знаю, честно говоря, с чем это связано. Возможно, по дефолту обрубили наши админы. Американцы жалуются в чат. Как так? Мы как не мы играем. Не можем инфу друг другу передать. Ой, бери полоску. Сорян, братья и сестры. Сейчас уберу, естественно. Затупы. Затупы. Ну и смотрим. Мы третий раунд решили под девайс под названием Галил закупаться. У нас ControlLogic Gaming. Остается после этого всего закупа чешка и отжатый. Джата узишка, ну и 2 в 3, на самом-то деле еще и с калашом теперь. Можно будет и посопротивляться, тем более, что в следующем раунде все равно деньги будут. Будут же. Будут же. Ну и смотрим. Нет, не пойдут. Не пойдут, будут играть на выбивание. CLG, ну какая-то, честно говоря, совсем от них очковая кобра получается. Не знаю, чем это связано. Возможно, просто-напросто такой план. Или кто-то там купит ВП, кому-то передропнут эти девайсы. Ну, на самом-то деле, и сейф получается корявый. С Галила убивает у нас Тарик. В общем-то, оппонент начинает накидывать какую-то бороду через ящик. То ли флешку, то ли что. Он хотел туда запулить, чтобы его не нашли. Его фиксят с этим Галилом в руках. Ну, калаш засейвили на том. Говорит спасибо. Ну, да, на самом деле, никому ничего не дропается. Тарик, о, Рилту остается своим калашом, ВП и так покупается GDM. Ну и смотрим, наконец-таки, первый девайсный раунд в исполнении этих команд. Я напоминаю, что это решающий матч группы Б. Как бы ставки высоки, поэтому борьба должна быть. Таких вот корявых сейвов, корявых раундов присутствовать, по идее, не должно. Хотя все возможно. Ладно, смотрим, атака идет у нас обычным сплитом. На лонг выдвинулась двоечка. В боксерский заходить не стали, но и через зигзаг, в общем-то, просто-напросто принесли бомбу на точку А, отрезав. Тем самым деф, взяв его в кольцо на длинной дистанции на лонге А, деф сам себя обезопашивает, кидая 7 секундный молотов, ну и вряд ли спасет, хотя нет, спасает. Решил не дать ворваться у нас через молотов Питер, но, в общем-то, его пофиксили. Так, ну и бомба под шорт, последний как раз таки именно там и находится, его убирают с дальней дистанции, один диффузит, один контролит, и наконец-таки первый раунд, первый же девайс приходит в копилку команды CLG, и вот потихонечку начинает оправдываться их звание фаворитов в этой игре. Я обещал вам коэффициентом обратиться по этой игре, и, наверное, еще и к последним играм этих команд. Ну, если бы вы рискнули поставить свои реальные деньги, то совсем немного поднимете, если выиграет CLG. 1.184 на них коэффициентный GamingBets. А вот на Follow Esports 3.658. Там был немного другой коэффициент, 3.666. Знак ночной. Но посмотрим. Посмотрим, как все будет. Ладно.
очередной, и для атаки он опять-таки девайсный. Этот раунд решили ломать экономику, думая, что один взяли, второй отдадут, будет два сливных. В общем-то, позиция логичная, позиция очевидная. Экономику, я думаю, уже научились считать абсолютно все, несмотря на локацию команд и несмотря на профессионализм их. Ушли Сильвера играют, отличный выход у нас под флешку от Руру, на лонг, сделал свое черное дело, может уходить, молодец. 5-4, атака будет продолжать. Ну и, собственно, повторю, что если этот раунд полу и спорт будут брать, то серьезные проблемки наклюнутся, там счет уже к 6-7 может подойти. Исходя из логики CLG, что они будут делать на своих баях. 4 в 2 у нас полу и спорт, решили выходить в мид, такое неоднозначное в самом-то деле решение, тем более бачком-бачком и никто не смотрел. ФНС. ФНС Last. Last. И это самый ФНС. Носить спауне. Да, минус он. Четко его контролили. Четвертый раунд для атаки. Смотрим мы на экономику CLG. Непонятно, честно говоря. Вот я еще раз повторюсь, почему Dust 2. Видимо, какие-то терки именно с этим коллективом, видимо, что-то знали. Хотя вот если учитывать head-to-head противостояние этих команд, то на Dust 2 как раз-таки X-Elevate, сейчас Шишния, Follow Esports обыграли своих оппонентов в лице CLG. И было это со счетом 16-13, и было это 15 сентября. Ну, в принципе, уже 2 месяца назад, но тем не менее. Вот как бы подтверждаем мою теорию, а нафига? Нафига пикать то, что у вас эта команда совсем недавно выигрывала? Вот, ну а кэш как раз таки CLG выигрывали у своих оппонентов, было это тоже 15 сентября, играли они, я так понимаю, в BO3, и со счетом 16-9 они кэш выиграли. Но на кэше мне прекрасно понятны CLG, я их прекрасно там помню, какие чудеса они творят. Ну, опять-таки, пик неоднозначный. Ну, отлично, Руру разбирается с двумя, одному голову при выходе, второго нашел зазевавшегося, который, в принципе, непонятно тоже чего ждал, ну и сливной раунд оказывается для CLG абсолютно сливным, без одного минуса и дамага, только нанесли Руру там процентов на 10-15 здоровья, в общем-то, и все. Что происходит с CLG, спрашивают нас зрители из чата. Ну, на самом деле, я думаю, что какое-то легкое испрямление извилин этой ночью, а для Северной Америки утра, или точнее вечера позднего, для нас утра, началось с пика бана карт, на самом деле. Ну и продолжается оно пока что по счету, и тем более, что CLG еще и сторону на ножах выиграли, ну и такая невнятная игра. И в этот момент стоит вспомнить, что если это было три противостояния, они сливают, то ГГББ, в общем-то, Стар-серия, ну а с таким именем, как у CLG, и репутацией, которую они не только на североамериканской, но уже учитывая европейскую сцену имеют, будет это просто провались полное. Как этому отнесется сама организация, именно к подвигу игроков в SL I-лиге 14 сезона, я на самом деле не знаю. Ну и предсказанные мной два сливных раунда решили сильно не агрессировать, без брони второй уже раз подряд играют, но на этот раз позволили себе пистолеты, видя в банке немного больше, видимо, денег. CLG играют кто на Беглецком, кто на P250, но и одна чешка присутствует, выход через мид. В принципе, логичная абсолютно ситуация, самая, что ни на есть, позиция для того, чтобы врываться массом, закрыв дыма, месить спаун, это и делает. Это делает у нас атака, ну и у дефа есть отжатый девайс в виде АК-47 и оставшийся с двоенных времен в 50. Админ, ну тут уже умоляют. Панду, панда, услышь, ребят. Боже, просто американцы в шоке. Как так на сервере невозможные разговоры? Даже уже над ними Руру смеется. Там в ТС-ке, наверное, угорают ребята. Боже, привет, аж крошка, где ты живешь? Дома, прикинь. Да, ну просто обрубили. А кто просит? Подождите, кто у нас бедолага? Ну CLG бедолаги, на самом деле, ребята, все, мы поняли, раскусили, почему у CLG ничего не получается. Им обрубили просто-напросто коннект друг с другом. Они письма пишут, там, Голубиная почта и Почта России полностью баражируют по Америке. Уж не знаю, откуда ребята родом, как бы, тренируются они там на какой-то базе и проводят официальные матчи или сидят по своим теплым и уютным таунхаусам каким-нибудь или коттеджам загородным. Но, блин, они не могут общаться друг с другом.
Сделайте кто-нибудь что-нибудь, скачайте МТС-ку. Ладно, смотрим на продолжение шоу. У нас 5-1 тем временем. Ой, 6-1 тем временем счет. Наконец-таки дело дошло до девайсного раунда. За сейвленным калашом осталось у нас Риэлто. Но принимают тут два лица точку Б. Делают это практически идеально. Ну, не умерев в этом... Не умерев в этом плюс, потеряв немножечко хп в этом минус. Ну, собственно, минус такой себе. А ВП остается у Питера. Питер в растерянности. В общем-то, он в полпозиции находится. Как бы на четкий 100% сейв ему уходить рановато, потому что 56 секунд и скрыться особо некуда, ибо его оппонентов, собственные тиммейты, особо не нарихтовали. Убрали лишь одного. Ой, тут подарок прилетает. Жаркий и чудесный. Ну и Питер, в общем-то, будет делать вид, что его здесь нет абсолютно в нижней темке. И СЛЖ без войса играют. Ну, все как бы к тому и сходится. Я не знаю, почему они так умоляют добавить Voice Enable на сервер. Ну, не знаю, на разминке не было Voice Enable. Я как бы категорически его пофиксил сразу же у себя. Но обычно они уже на разминке там начинают общаться друг с другом. Туда-сюда, там... Все весело, а тут как-то ее не заметил, думаю, ну, может, что-то, знаете, разминка, что там общаться. На самом деле, вот она в чем проблема. Я думаю, вряд ли им кто-то что-то будет добавлять. В общем-то, как говорится, это вам не все включено. Надо иметь все-таки голосовую связь каким-то образом, хотя я абсолютно не в курсе этой ситуации. Ладно, смотрим мы. Девятый раунд первой половины. Пока у CLG проблемы, мы, наверное, понимаем, с чем они связаны, но жалеть их вряд ли будем. Мы еще раз напомню, что все-таки борьба за выход из группы. Борьба за выход из группы. То ли в перерыве будет как-то фикситься проблема, то ли что, но пик команды CLG, собственно, свой собственный пик, этот коллектив пока что с треском, просто с треском. В каком городе я живу? Смоленск город. Да пошутил я. Боже. Так, ну и смотрим, ладно. Первый раз мы будем серьезно смотреть за раундом девайсным, потому что не знаю почему, будем мы это действительно первый раз делать. Атака у нас стала 2-1-2, контакт находится в верхней темной, и размен там 1-1, ну и отличный выход, кстати, на мид с десантированием в сити-спаун через зигзаг. И на самом деле потянулись на точку Б, абсолютно этого тут не ждали, развернулись по немоментальной инфе, полный дискоммуникейшн от того, что обрубили Voice Enable на сервере. У CLG по ходу происходит, инфа передается очень медленно, там сейчас Почта России просто чувствует себя, наверное, какими-то героями молниеносными, не знаю, африканскими ланями по сравнению с передачей инфы у CLG. Ну и атака сделала все, что она должна была сделать. ФНС просто-напросто стоит никем не замечен. На отход, естественно, его логика понятна. Он здесь пытался ждать и хотел выбивать какие-то девайсы, но к нему гримыки никто не придет. Придется ему самому, наверное, убегать. Время уже тикает, и бомба подходит к моменту взрыва. Клуб Голд рулит. Там мы не ходим по клубам. Ладно, 2-7. Даже уже CLG просто-напросто поникли. Ничего не просят. Просто играют с тем, что есть. Так, ну ладно. Бум, на старте. На старте отличная голова под ФНС товарищу. И, в общем-то, Дев хотел быть быстрым. Быстрым и точным, а стал быстрым и мертвым. Дошли до лонга, увидели, но победить не срослось. Минус 3 случаются. Дигл остается у... товарища Риэлто, ну и GDM на калаше будет продолжать этот раунд. Оккупирована точка Б, смотрим мы на позиции этих двух ребят из CLG. Позиция очевидна, это тот же самый лонг, где все остальные умирали, ну и братская могила случилась для ControlLogic Gaming на этой позиции. В общем-то, очередной уже по счету 8-й раунд, какой-то просто, не знаю, избиение CLG, фаворитов этой группы, ну, точнее, не этой группы, а этой встречи. Ой. Так что беда, я напоминаю, что следующая карта у нас будет карта Мираж. Это будет пик команды уже Follow Esports. Вот, ну и
как к этому моменту придут коллективы. Ну ладно, будем делать скидку, что ли, на то, что просто-напросто Contralogic Gaming недооценили своего соперника, что ли, или у них это первая официальная игра, и прака было мало, но такие вот дела, что экономики у них опять нет, кое-какой бай был на прошлый, были бронежилеты, были диглы, то есть пистолеты какие-то подзасевленные, калашников они понабрали, и, в общем-то, приходится им сериями играть. Непонятные недобаи, ну и 3-3, ретейк, точка Б. Оккупированная бомба за тачдаун, смотрим за этим самым ретейком, будет он осуществляться в одну муху, которая уже сработала, и это хорошо для CLG. И казалось бы, неочевидный раунд могут они на самом-то деле потащить, тайминга не хватает, диффузки не присутствуют, поэтому надо поторопиться, отличный шот от Релту напоследок. Ну и времени, походу, хватает здесь на диффуз бомбы. Хватает времени на диффуз бомбы, хватает времени на диффуз бомбы. Да, третий раунд для CLG приплывает. Ну, вот такими вот, смотрите, сериями играют у нас Follow Esports. Три раунда в начале, раунд отдали, три раунда потом, раунд отдали, два раунда взяли. Ну, и вот эта логическая цепочка ломается, наконец-таки. Так, ну и смотрим продолжение банкета. Быстрый шорт у нас пытается атака сделать с раскидками. Это была не моменталка, а хаешка. Лучше бы на самом деле флешку накинули выходящему. Прицел GDM, но GDM хватило даже на один четкий выстрел. 2 в 2 размены, 3 в 3 ситуация осталась уже. 2 в 3 атака вместе с бомбой на шорте и лонге. Пока что лонг не работает, ну и группировочка CLG отрезана от точки А полностью, можно свободно ставить бомбу, не опасаясь, что здесь произойдет какое-то чудо в плане быстрого ретейка до постановки. Бомба под лонг, ну и два... А, бомба не под лонг, побоялся ставить. Бомба поставлена вещами, ну и придется здесь, конечно, танцевать тогда на подъеме и в пленте. Господа, мы с Follow Esports, это немножко ограничивает их в маневре, и этот самый маневр не приходит своему тиммейту по голове, настрелял, облегчает, Каленова добирает, отличный спрей от Стиви Тукей, просто стихами. Стиви Тукей, отличный спрей. Да, беда, 9-3, ну не очевидный раунд, на самом деле Стиви берет, в общем-то ошиблись в постановке бомбы, скорее всего, но, возможно, не знали и боялся второй не пробежать на лонг, тот, кто бомбу ставил, но... Но. И у Дефа были шансы. Ну, не взяли. 3-9. Да, ну и давайте посмотрим на табуляцию. В принципе, давно мы экватор первой половины уже прошли, поэтому стоит обратить внимание на это. В общем, ну, ровно играет у нас атака. Они ведут, им и положено. Но вот есть два товарища, которые немного не помогают своей команде. GDM и FNS. У CLG что-то пока что... Няйс. Очередные пистолеты, на этот раз с одной броней у Хейза, да. Очередной быстрый типа лонг, типа мы быстрые и точные, но как бы пока что не так агрессивно, пока что не так точно. Одного потеряли, был это GDM как раз-таки, GDM. Ну и в яме теперь придется долго, походу, бороться с Руру Контру. В чью пользу? ФНС, ну... ХП потерял, танцует до последнего, выжимает из этой ситуации все, что можно. На этот раз его тиммейт Хейзет жесток был, убирает бомб. Выходит хелповать тиммейту, тиммейта уже нет. Ну и 2 в 2 с отжатым Тариком Калашом. Брони у него нет. Если бы, конечно, у тиммейта был этот девайс, то шансы были вдвойне хороши. Но Калаш быстро палится, на лонг не выстреливает. Подводит здесь немножечко зажим. И Хейзет один на один с судьбой против двоих оппонентов. Не сдюжил сразу, не ожидал позицию рекламы. 3-10. 13 раундов сыграно, 2 осталось. Смотрим на экономику, на концовку. Ну, на этот раунд уж очень хороший бай у CLG. Но, повторюсь, наверное, для тех, кто только что подошел и не в курсе ситуации, это пик команды CLG. Это первая половина первой карты. В общем, ну и такая беда случается с ними. Походу договорняк пишут. Ну, друзья мои, на кону 200 тысяч долларов СЛ Ай-лиги этого 14 сезона, в общем, и ну, только какое-то
Только какая-то, наверное, болезнь, причем умственная, заставит команду там наварить на себе, причем непонятными бандитскими путями, какие-нибудь $1000, $1000-2000 ради того, чтобы не посетить прекраснейший Минск в Республике Беларусь, не выйти во вторую стадию групповую североамериканского дивизиона 14-го сезона Star Series. Ну, не знаю, такое себе удовольствие. Деф у нас тем временем терпит бедствие в очередной раз. Бай был довольно-таки неплохой, но придумка у атаки была еще лучше. Десант зигзага в который раз такой полуфранцузский раунд играют из Америки. И, в общем-то, ничего им в этом плане не мешает. Никак не могут справиться со своим дефом команды CLG. Тарик остается у нас последний по инфе. О нем, точнее, инфа о нем уже проходит. Ну, отбивается неплохо. В общем, тут не главное его убить. Главное, чтобы бомба взорвалась, и сколько ему денег капнет в карман, тоже, в принципе, атаки абсолютно по барабану. Бай у них в любом случае будет. Ну, чё он там, плюс 900 на фарме себе Тарик. Да, дроп не девайс, кому-то облегчит ситуацию, но от того она более хорошей по экономике, что ли, у деф не станет. По 2400 у троих, у одного 2500, но... Смотрим, что закупят. В принципе, последний раунд будут закупаться на последний. 2-5-7 чешка, засейвленная КМ-ка. Такой себе бай. Страдали во всей первой половине у нас CLG. Нелогичные действия у них начались с самого начала. Хотели порушить и взяться, как бы форсить экономику своих оппонентов с дебюта этой встречи, уже проиграв пистолетку. Ну и сами вы видели, к чему это приводит. Когда экономика лежит боком, лапки вверх, аки мертвых плечом. Тем временем у нас, в общем, на том самом засейвленном АК делается одна голова, одна тушка. Уничтожаются верхним путем террористы. И довольно-таки, как бы, плохой бай, но... Это не мешает. Просто-напросто не угадала команда Follow Esports. Пошла на тот самый жесткий девайс, который присутствует у Def. Ну и, в общем-то, он сыграл свою роль. Зажим не подвел. Стиви тем временем отстреливает себе спину. Все уже прекрасно Def понял. В плане того, что это не будет точка А, это не будет лонг. И где-то на миду обитает атака. Массированная группировка выдвигается на этот самый мид. Из окна уже тут вылез хейт. Посмотрите, работает во фронте со своим АК. Минус 3 уже в этом раунде. Четвертого накалил, это АВП не мобильное. Если постарается, то квадрокил будет от него. Он постарается. Квадрокил от Хейзеда в этом раунде. И четвертый приходит Counter-Logic Gaming в этой половине. Будем меняться сторонами и смотреть пистолетный раунд второй. Да, ну и давайте просканируем табуляцию, проанализируем ее. Кто не отличился, скорее всего, такой вопрос будет вставать. Не отличились ФНС и GDM. GDM в этой половине, в общем-то, два слабых звена, такие две пятые ноги у команды Counter-Logic Gaming. Серьезно, они по счету отличаются. В принципе, Релту где-то посередине, но, в общем, тоже не самый крепкий, скажем так, счет. Более-менее ровно играет команда Follow Esports, где Руру просто какой-то дамаг-дилер. Киллер-дилер. Супер-пупер. 21 фраг этот человек настрелял, всего лишь 8 раз умер. Ну, КД-рейти у него больше, чем 2 даже по первой половине. Ну и дается у нас рестарты на сервере. Пошла пистолетка второй половины. Смотрим. Важная она, конечно, для Counter-Logic Gaming. Довольно-таки карта баланс. На одни взяли атаку, и вторые сейчас карты в руки получают. Как раз-таки CLG могут взять эту самую атаку. Изич просто откамбэчит на дасте со счета 4-11. Два девайсных, пистолетка, два сливных. И, в общем-то, вы уже в шаге от того, чтобы сделать промежуточную ничью. Смотрим мы за агрессивными действиями Питера. Прочекал он инфу, видел два уха. Точнее, две головы в бок. Ну и... полноценной информации деф обладает о том, что замыслила атака. Но атака, поняв, что нас спалили, начинает передвигаться массированно и выбирать себе вектор атаки типа точка. С двух сторон зажимается эта позиция. Тот, кто стоял в темку, перетянулся у нас на зигзаг. Это был как раз-таки ФНС. ФНС вешает тушку. Первым патроном попал в голову. 4 в 4. Разменов 1 в 1. Дуэль на лонге контактная. Рел, то ее выигрывает, ставя голову Слиме. Ну и 4 в 3.
Прочекать, прочекали, дальше не поняли, что делать. Начали дергаться по карте. В этих самых перетягах команду Followed Sports просто-напросто как за каким-то плохим делом мама и застала. Ну и в этих самых перетягах уничтожают две отличные головы. И вот Руру, он просто доминирует над всем, что шевелится. Но в одиночку, конечно, справиться со своими оппонентами без помощи тиммейтов не может. Ну и CLG, то, о чем я говорю. Собрались уже ко второй половине, расстрелялись, размялись. И пистолетку второй этой самой половины тащат. Начало камбэка положено, тоже важнецкий раунд, вот надо смотреть, что здесь Follow Sports будут делать, потому что, в общем, могут они позволить себе какой-никакой форс, но решают играть дисциплинированно, в голове раскладывая, похоже, что мою логику, что именно со счета 4-1 скамбэчить изи. Ну и просто дисциплина приведет их к хорошему баю в третьей половине, скорее всего, с авиками, ибо особо даже брони никто не купил, да не особо никто не купил, вообще никто брони не купил, поэтому... Третий раунд в этой половине уже, скорее всего, будет полноценным. Если нервишки не шальнут в следующем раунде, но тут все будет зависеть от того, сколько Follow Sports убьет. Если в клатч 1 на 1 останутся, будут понимать, что экономика близится к какому-то апокалипсису атаки, что практически всех убили. Если сейчас они еще чуть-чуть поднапрягутся, возьмут пистолет и броню, сыграют форсетские и сломают совсем атаку тогда. Ну и концовка придет просто к изичу, к добору там трех оставшихся раундов. Но пока у нас типа затяжная атака, типа стоим, типа мы ждем форса. Понятно, что его и ждут, ControlLogic Gaming, именно отталкиваясь от того, что не хотят этот раунд проигрывать, им бы тащить, а вот здесь отличная голова от Stevie2K, в темку, как бы, здравствуй, мой дорогой. Одним патроном, ФНС, не знаю, что делать. На самом-то деле выходить на дигл, но смотрите, насколько много народа по точке Б делают упор именно туда. И идет у нас команда атаки именно на эту позицию, с двух сторон закрывая, но... Повезло, что не поняли, что будет происходить в Follow Sports. Не думали они, что придет мид. А тот, кто был не здесь, был не на точке Б, он тоже не был. Поэтому в атаке от CLG, собственно, все сложилось. И этот раунд они берут. Хотя могли возникнуть сюрпризы. Ну, шестой уже, 6-11. По-прежнему Follow Sports, но победоносное шествие во второй половине кончается. Такие вот дела. Ну, да, 24 уже фрага у Руру, 24 на 10. Это, прямо если быть точным, то это 2.4 кадеретио. Ну, такое кадеретио с нормальными, конечно, оппонентами в нормальных официальных матчах редко кто имеет. Может, только там пятерка-шестерка звездных коллективов. Звездных ребят. Ну, очередные пистолеты, очередной сливный раунд позволили взять... 5-7, не брали никакой брони, в общем-то, я вообще не вижу смысла в этом прибавлять себе плюс 300, тратить там плюс 400, плюс 500, как бы все равно вы в минус уходите перед баем. Вот, смотрим мы со счета 7-11, наверное, все начнется, у нас хороший бай у тех и у других, у дефа, кстати, 2 АВП у нас появляются, сейчас мы их найдем. Вот мы обходим первое, и вот у нас второе АВП. Питер на миду, это логично. Ну и, в принципе, тоже логичный парень Стиви. На точке Б, как бы, друг друга они взаимозаменяют, могут перетягиваться туда-сюда. И, в принципе, перекрывают своими прицелами выходы оппонентов и друг друга хелпуют. Тем временем у нас первый контакт случается, как раз-таки Стиви выносит товарища Тарика. Ну и второй тоже минус до этого был. 2 АВП по-прежнему... Тани Дефа остались, но все идет к тому, что атака все-таки этот раунд будет забирать. Ну, а Деф уже начинает задумываться о сейве. На самом-то деле, судя по действиям Слимми, уходят максимально дальние от атаки позиции. Судя по той инфе, которую им передавали, в общем-то, просто ретировали на ту часть карты, где, скорее всего, никого не будет. Ну, вот бомба только что заложена, 35 секунд до конца раунда. И вопрос в том, пойдет ли атака искать, и в какой момент она поймет, что это все-таки сейф, и никто им ретейк не будет делать в 2 человека против 4. Здесь как бы дороже сыграть дисциплину, остаться с девайсиками, тем более, что пока что во второй половине еще ни раунда не отдали. ControlLogic Gaming, если так дело пойдет, то, в принципе, может зеркалочка обернуться, там уже и промежуточная ничья, ну и на концовочку как бы уже надо будет не то, что
как-то играть, а с морально-волевыми собираться, follow esports, а еще и придет осознание того, что фавориты нас начинают так уничтожать. Ну, на своем сейве, смотрите, отлично. АВП сработал, МК сработал от Слими. Два минуса сделали, один плюс 100 себе принес, другой плюс 300. В общем, все хорошо, сами не потерялись. Бай, смотрим, деф какой. Не, вот насколько, да? АВП оставили, МК оставили, броня покупается, диффуз Керуру, ну ему как бы можно. Он, походу, со всех девайсов в этой игре будет уничтожать. И, скорее всего, до конца раунда, судя по тому, что именно он покупает диффузки, доживет. Если этот раунд будет плюсовой для Follow Esports. Да. Ну ладно, смотрим, что будет делать атака. 2-1-2 они стали, бомба мечется по своему спауну, в общем, попала каким-то образом по точку Б, а потом передумала. Здесь у нас агрессия дефа, им положено, они играют в форсе, но эта агрессия приводит к тому, что разменялись 2 в 1, 2 потеряли, 1 оставили. Хейзда минусанули, только лишь. Девайс не отжат. Ой, да по спине. Отлично, ФНС выбирает точку Б, приходит инфа, что абсолютно clean and easy. Идем сюда, дорогие мои друзья. Ну и очередной сейв, похоже, намечается у команды Follow Esports. Хотя нет, ну вот не знаю, тут надо подумать, уверен в себе Питер или не уверен. Ну, судя по тому, что он на втором месте, ну, единственное, что у него 11 на 10 счет, 7 ассистов. То есть, в принципе, можно сказать, что чувак пока не пристрелялся по такому гигантскому количеству ассистов. Больше 70, точнее, больше 50%. Ну, да. Не потащил даже в легкой ситуации. Первый контакт, дали ему 2 шанса, помансовали с пистолета. Ну, и ни первый, ни второй выстрел не зашел. АВП потерял, бронежилет потерял. 9-й раунд приносит CLG, и он, и его команда. И очередной бай с 2 авиками у нас на последнее. Follow Esports делают ставку именно на это. Кто комментатор? Комментатор я. Прикиньте, да? Зовут меня Кроха. Потом я вам выведу какую-нибудь ссылочку, если интересно. Но пока что интересно, что у нас матч происходит в группе Б за выход из этой самой группы со второго места. Там уже есть некий посев на вторую стадию североамериканского дивизиона. Ну и, в общем-то, с первым местом здесь в группе Б тоже все определено. А вот эти коллективы дерутся как раз-таки за второе. Кто победит в этом БО3, тот будет во второй стадии североамериканского дивизиона 14 сезон звездной серии. Кто проиграет, тот давай до свидания будет делать американское себе. Вот. Ну, так что, как бы, ставки высоки на самом-то деле. И поэтому этот матч интересен. После того, как мы досмотрим группу, уже там, по-моему, с завтрашнего утра-ночи пойдет вторая групповая стадия, где не будет интересно, а еще и более. АВП отлично работает на точке А у нас. АВП это в руках у Питера, полностью отквитался за предыдущие неудачные 2 выстрела верхней темной при ретейке 2 в 1, ну и пофиксил практически всю команду. Релт последний, релту зачеклен, релту надо просто пушить двоих, отличного одного с калаша, ну а второго только голова показалась из-за испанского ящика, был это слоу. Все, был это Стиви, и Стиви раунд берет. Фоллоуи наконец-таки выдают первый раунд во второй половине после 5 аж отданных. Шикарный как бы винстрик, но все в трубу, если этот не будут брать. Потому что байны последнего атаки, в общем-то, все, что они накопили нелегким трудом, да, выйдя на эту пенсию условную такую, заделало, хватило им на то, чтобы один раунд проиграть, и на один бай в следующем хватило. Поэтому 13-й, если берут, то там и 14-й будет для Follow Esports, скорее всего. Но как бы надо и тем, и другим действовать сериями. Одних серия прервалась победная, ну, вторых, возможно, только начинается, а возможно, скоро закончится. Ну, и у тех, и у других, короче, с экономикой полная борода. Кто проигрывает раунд, тот 2 отдает вместе с этим. Так, ну и смотрим за атакой. В общем-то, массированное оккупирование центра. Выход под этот самый мид. Бомба стоит под сплит-атаку точки Б и будет заходить во вторую очередь. Абсолютно не понимает здесь Стиви, что обвели их. И вот он, тайминг выдерживается. И вот она, бомба заносится. Уходит в окно, бежит к своим тиммейтам.
Там есть закрывающая спина, ну и стак вдвоем из темной просто-напросто занимает позицию, ставит бомб в закрытую, непонятно, зачем делает этот GDM, имея в руках АВП, в общем-то, короткий десант, ну, видимо, мастер фазумов, видимо, любят из-за ящика крутиться. Временем его тиммейты на плато сбривают, именуемо Дэнс сбривают как раз-таки его, и остается у нас последний раунд. Против троих, дымы на воротах, бомба сидит, диффузится, ну и Релд понимает, чего уже в этой ситуации он не сделает, как бы играл закрывающего спину, ну и ошибки начались с того самого момента, когда бомба ставилась под окно, я вообще не понимаю, зачем это было сделано, еще с учетом того, что второй чувак, в отличие от бомб-кэрри, стоял за красным на Дэнси, в общем, глупые позиции, одна, вторая, и вот эта вот роль закрывающего дальнего спину абсолютно и не могла сыграть, но тиммейты бы просто не дожили. Сложно побороться, как бы, в коротких дистанциях перестрелки АВП, ну, сами понимаете, либо на узум ты попал, либо тебя просто-напросто отрихтовали и оставили мертвым, холодным лежать на теплом песке Даста 2, ну, что, собственно, и случилось. У нас 13-9, понимая всю свою бедственность положения ControlLogic Gaming, что отдадут они 14, если не сделают, какой-никакой бай, этот самый бай делают, берется Галил, берется 2К и теки с броней, в общем, все на что могут надеяться, но, собственно, на Дасте это довольно-таки неплохой бай, заходится у нас французский раунд десантов на сити-спан, правда, без дымов, если это получится, бомба на этот самый... На этот самый шорт будет ставиться, отрезанные... Отрезан лонг, отрезана сити, ну и не торопится ставить бомбу, на самом-то деле ждут быстрого ретейка, в принципе, имеет право место быть, такая игра, но вот единственное, что здесь развели, конечно. Последний у нас ФНС. ФНС не с бомбой на руках, бомба, смотрите, в какой неудобной позиции лежит, ему приходится за ней еще полтора километра прочесать, ну и на этом самом прочесе его просто-напросто на шоу невынужденных ошибок делают номинантом на премию Дарвина, наверное, самая глупая смерть за вторую половину, ну на самом-то деле он не сам себе ее обеспечил, а тиммейт, который не пойми чем занимался. В общем, договорились, наверное, постоять до постановки бомбы. Прибегут, и была инфа от тиммейтов, что бегут уже довольно-таки близко. Close, close, guys. Но ВП не сработал. Ладно, такое. 9-14. Расчет на форсбай не сработал. У CLG, я напоминаю, что это их пик. Первая карта даст, вторая будет Мираж. Это будет пик Follow Esports. Ну и тут может возникнуть ситуация, когда просто третья не понадобится. Может не понадобиться. Он не Релтук, а Катлер. Катлер. Неправильно я ник читаю. Ну, сорян, я на самом-то деле вижу... Ну, CLG-то видел. Вот, но... Катлер его зовут, насколько я знаю. А читаю я то, что есть. То, что есть, то и читаю. Учил я в школе немецкий, поэтому с произношением английским у меня полная беда. Как... Истинный ребенок 90-х, я взрослен английский язык, знаю по играм из Дэнди, поэтому прошу прощения, ну как бы могут у меня быть в этом плане проблемы, ну если режешь ухо, пиши. Ладно, тем временем быстро у нас атака, абсолютно озверевшие уже, изголодавшиеся по взятым раундам ControlLogic Gaming, просто-напросто массом выходят, закидали нафиг все флешками, хаешками и дымами, ну и демка лагает, отправляя просто-напросто в нокаут нас с вами как зрителей, потому что становится очевидным исход этой карты. Ну, а ControlLogic Gaming вот в тот момент, когда демка лагнула, на самом-то деле 16-й отдали. Тут все очевидно. Да, ну и люди, конечно, присутствуют. Мне вас жалко, кто ставит на большие коэффициенты, только потому что коэффициенты большие, несмотря на предысторию этого матча. Но если бы вы залезли на Healthwork, вы бы видели, что в сентябре встреча как раз-таки между этими коллективами была. И как раз-таки была она на карте Dust, тогда карту Dust проиграли. ControlLogic Gaming тогда еще назывались эти ребята не Follow Esports, а Elevate. Ну, в общем, хотя бы этот факт вас должен был смутить. И для меня этим утром самым главным... Самой главной непоняткой было, почему CLG пикнули, это самый Dust. Я был на 100% уверен, что будет мап-пул типа кэш, типа мираж, там, ну а третья абсолютно не важно. Так, ну и
очередной, казалось бы, агрессивный раунд. Ну ладно, бомбу поставлю, не буду я хранить ФНС. На самом-то деле надо проявить себя наконец-таки ему. Но мы-то с вами знаем, как это все дело закончится. Кидает он молотов на поставленную бомбу. Сейчас посмотрим, работает ли. Да, абсолютно нифига не работает. Диффузится в дыме эта бомба. Там, я не знаю, ФНС о чем думает. Наверное, о том, что, о, чувак сейчас подгорает, отойдет. Я выйду такой весь красивый, поставлю одному голову, неожиданно второму. Но на самом-то деле все случается абсолютно нелогично для него. 16-9 заканчивается у нас первая карта. Пик команды CLG, которую они благополучно отдают. И я напоминаю вам, что смотрим мы вместе с вами североамериканский дивизион, решающую игру группы Б. Студия StarLadder TV для вас. Ага. Интересно, что я вам вывел. Вот. Ну и микрофон для вас окрошка. Это я. Мы уходим на паузу совсем небольшую. 10 минут, возможно, чуточку поменьше, и встретимся на второй, будет это Мираж, пока далеко не расходитесь, пейте кофе литрами и бодритесь, игра обещает быть жесткой. Вы получили запасные коды или другие цифровые продукты? Есть место, где вы можете продать их менее чем за одну минуту. Смотрите, перейдите на g2a.com. Нажмите «Начните продавать». Быстрая регистрация. Перейдите к «Мой аккаунт» и нажмите «Продажа». «Продать продукт». Введите название, код, цену. И готово. G2A.com. Цифровая торговая площадка. Упрощенная глобальная продажа. E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofast.ru. Проверь свою удачу.